Тема графический комплекс для фестиваля металла музыки. Всем не начинается, да? Хорошо. Так, зовут меня Евгений Назарь. У меня моя тема графический комплекс для фестиваля металла музыки. Собственно, выбрал я ее потому, что тема мне близка, и в принципе, ну, в России, в Москве подобных фестивалей особо не проводится. То есть есть там парочка там, нашествия, Кубана, Парк Лайф, но и то они, в принципе, довольно широкой направленности, то есть именно упора на металл нет у нас в стране. И я так подумал, в принципе, ну вот я как слушатель, мне бы хотелось сходить на подобные родные мероприятия, но в стране у нас есть, а ехать куда-то в Запад, там, я не знаю, в Европу слишком накладно. Вот. Плюс, опять же, есть ваш Парк Лайф, где он, в принципе, собирает эту историю, причем довольно-таки нормально. Поэтому я решил сделать фестиваль трехдневный, который будет проводиться, собственно, в начале июля на аэродроме Тушино. Потому что как раз место хорошее, потому что проводился велосипедром, то есть он далеко от жилых массивов, никому мешать не будет. Ну и, в принципе, то есть площадка большая, там, на, не знаю, 10-15, спокойно хватит земли. В дальнейшем, собственно, когда я стал разрабатывать проект, мне захотелось ну, как-то отразить то, что на фестиваль будет в России проводиться, естественно, в Москве. Я посмотрел как, чужие логотипы подобных фестивалей и понял, что, в принципе, можно мне сделать, как бы, взять что-то из нашего партнера. Я так посмотрел, пристал и наткнулся, собственно, на Змея Горыныча и понял, что, ну, как бы, отличный знак, почему нет. То есть, отражает в какой-то степени тематику и направленность. Взяли его. Стали над ним работать, работа долго очень шла, постоянно переделывали, потому что сам как бы логотип, он у меня линейный, и, ну, собственно, было сложно сделать, чтобы он был очень хорошо читаем, особенно при улучшении. Вот. Ну, вроде бы мы с этой задачей справились. Вот. Ну, собственно, состав проекта у меня какой? Это оформление сцены, это две афиши, одна сити-формата, другая билборд. Билеты, само собой, бейджи для всех, там, для музыкантов, для тех групп, для персонала, для... Вот прессы, сайт, одностраничный, интернет-баннеры и сувенирная продукция. К сожалению, я сейчас посмотрел, у меня презентация есть, но проект очень темный и вообще ничего не видно. То есть можно не знаю, посмотреть, то есть у меня он красный фон, его вообще нет. Как-то я даже просто не знаю. В принципе, дипломные записки есть, весь состав проекта, можно его посмотреть. Ну или как бы могу поэтому сказать. Ну, в остальном, то есть решено было сделать фестиваль не очень трудно, то есть у меня будет 3 дня, и в каждом из этих дней по 3 группы будут выступать. Они, в принципе, все довольно-таки известные, но я решил не делать суперкрупные, там, не знаю, там 70-100 какие-то фестивали, потому что, ну, все-таки, грубо говоря, не совсем известно, как это зайдет, и логично было бы не супер вкладываться и организовать вначале вот такой вот более камерный, можно так сказать, а потом, если действительно будет спрос, люди пойдут, то можно уже как бы расширять аудиторию, расширять структуру, делать ее более масштабной. Вот. Собственно, я предполагаю, что не только русские пойдут, почему европейцы тоже должны съездить. Жень. Не понял. У нас какие-то для меньшинства какого-то европейского? Нет, не для меньшинства, ну то есть... Для геи-ровы? Надеюсь, значит, что это за выражение? Неологизм. Как бы, собственно, почему нет? Ну то есть... Я здесь проблем не вижу, я сам английский не знаю, вам честно скажу, вообще. Но мне это не мешает ходить опять же на западные группы, слушать эту музыку и как бы, то есть если я увижу... А вот если бы у вас молоко бы было бы на английском языке, вам бы мешало бы это пить? Я думаю, вообще нет. Вот. Но если бы оценник не писался, я думаю, мешало бы. О, главное у нас цена. Жень, а как это связано, с проектной частью, с проектной Еще раз сказать, изобразительная часть.
название как связано между собой? Что изображено и что написано? А написано, собственно, Fire Sky под пламенным небом. Ну, собственно, потому что у меня Змей Горыныч дракон, и, в принципе, это Open Air, то есть это будет на улице проходить. Название не такое выбрали. Вот. Именно что изобразительная часть, ну, как бы именно... Создает пламенный небо. Ну, оно здесь именно даже больше отражено вот в афише и во всем остальном. То есть логотипы, да, здесь как бы, по сути, тоже Змей Горыныч. А что, где уменьшение логотипа, вот оно не стали Ну, я как-то смотрел, когда распечатал, мне кажется, в принципе, читается, видно. Ну, конечно, не идеально, я не буду утверждать, но мне кажется, вполне нормально. Ну, опять же, сами сердце было. Ну, вы установили какой-то минимальный размер для использования? Минимальный размер? Да. Ну, вообще так нет. Ну, то есть, он минимальный где-то будет, ну, на визитках, наверное, самый минимальный. Ну, я понимаю, но обычно, то есть, если есть какие-то проблемы, типа делается вариант, который адаптируется под маленький размер, под большой размер. Я, собственно говоря, вас об этом знаю. Адаптировать? Нет. Жень, да. Я, как всегда, что-нибудь ошибку найду, я по другой. Набор. Вот с 1 по 3 августа. Ну, да. Почему? Бифис. Ну, почему? Ну, знак, я понимаю, ваш вопрос. По-английски ваши файлы. Что значит по-английски? У него тут слово по-английски. По-английски написано «Скелл», по-английски. А мне ничего не дают, я ничего не вижу. Черный просто у него. Там черный. По-английски написано «Скелл», по-английски. Традиционные способы, вероятно. По-английски написано «Скелл». Ну, да, но вот внизу как раз как бы есть. То есть я сайт просто отпущу или вообще в народе, там они будут. Сейчас планируют. Ну, то есть, как бы, здесь вот здесь было, что здесь вполне бы это сами сделать. Адрес сайта, ты видишь ошибку? Так что, арабские цифры? Нет, количество тире. Сайт не вижу. Фестиваль русский, а цифры арабские. О, надо же. Чего? Смотри, адрес неправильный. Что в нем? Что в нем? Слово не то. Фёри, у вас было полнеющее. Записки не то. А, ну... Здесь все в порядке. Значит, здесь все хорошо. Значит, не косячь. Я не вижу этого. Здесь все в порядке. Значит, записку не доверишь, я попала? Ну, да, очень может быть. Я исправляю, но не знаю. Да, 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 мне просто сказал, а записка я не сделал, я как-то забыл, не пускаю. Друзья мои, давайте. А, слушай, Спасибо. Да. Что, знаете, веселый, давайте продолжаем.
очень. В этом же формате туда продолжим. Нет, да, ты же за давайте. А то еще был. Ему это не помешало. В общем, Евгений очень интересный человек. Не очень. У меня был большой опыт работы с ним. Вот, да, я получил много всякой дополнительной информации с точки зрения профессии. Единственное, чего мне не хватало, к сожалению, в работе с Евгением, это каменного железа. Вот, потому что оно бы, ну, ускорило процесс. Ускорило бы, да, и оно бы ушло более куда более продуктивное было. Вот, поэтому, конечно, отсутствие его, в общем-то, ну, удлинило скорость воплощения всех этих концепций. Вот, ну, могу сказать, что, конечно же, тема очень специфическая. Вот, что касается знака, очень мы долго, да, бились, шлифовали, в этом принимали, в общем-то, все участие. В общем-то, мы с этими головами, так сказать, что мы только с ними не делали. Вот. Хотя Евгений держался молодцом, то есть он не сдавался. И на самом деле это хорошее качество, что он как бы всегда как бы вот, ну, настаивал на своей позиции и отстаивал ее. То есть как бы ничто не могло его как бы с пути истинно сбить. И это, в принципе, дает ему определенный, так сказать, форт в дальнейшем. Поэтому. Да, он закалился, поэтому сам проект закалил Евгений, а Евгений закалил нас. Ну и меня прежде всего. Поэтому... А я тоже закаленный, я 4 семестра вел проект. Поэтому, ну, как бы не хочется там говорить о деталях проекта, потому что, ну, в целом это все еще так цельно выглядит, я, на мой взгляд. И с точки зрения фестиваля, я думаю, что главная сторона, та целевая аудитория, которая вот там внизу вот там обозначена, она это будет воспринимать, ну, просто однозначно как свое, как родное, да? Поэтому почему мы должны лишать их такой возможности? Поэтому считаю, что проект в целом удался, он соответствует своей концепции. Кстати, еще хочу сказать, что Евгений при всей своей как бы вот такой вот умности очень такой вот трудяга, короче. Такой трудяга с утра до вечера с точки зрения, так сказать, посещения консультаций, он, я думаю, что номер один был. Поэтому много очень моментов таких вот, я думаю, положительных. Да, вот это такая точка зрения Евгения, он на ней как бы настаивал. И в принципе, я думаю, что выдержал такое цельное решение всей концепции. Наверное, это имеет такую вот реализацию с точки зрения уже самого фестиваля. Поэтому поздравляю вас.